закрыв подвал зимой и летом, цветастой осенью, весной иду с пакетом за сюжетом, да за опавшую листвой. Леса, деревни, реки, горы, леплю мозаикой из флоры нижегородские места осенним золотом листа. Ваяю с творческим ударом, веселый труд и краски даром. Это стихи нижегородского художника-флориста Александра Николаевича Юркова. Художника отличает умение видеть, слышать и вдохнуть в свои картины жизнь природы. Вслушайтесь, не правда ли эти пейзажи созвучны русским наигрышем балалайки? В этом полотне не только уникальная красота пейзажа. Из чего же оно сделано? В картинах Александра Юркова нет ни единого мазка краски, ни тончайшего штриха карандаша. Подобная техника называется флорийской мозаикой. Юрков с особой тщательностью подбирал засушенные листья, рисуя картины самой природой. Художник настолько точно подбирал цветовую гамму, что у зрителя создается ощущение, что перед ним настоящие картины маслом. Сколько труда и терпения нужно, чтобы так кропотливо воплотить пушистую шерсть этой лисички. Как возможно изобразить снег листьями и воплотить в картине белый цвет? Это листья тополя, собранные поздней осенью. Они уже утратили свой пигмент, а их тыльная сторона окрасилась белым цветом. В картинах Александра Николаевича таится ускользающая красота, подобная музыке, которая звучит в наших душах и наполняет наши сердца любовью и восторгом. Как художнику удается создавать подобное полотно? Все, что мы с вами видим сегодня в галерее, это его театр. Его главная задача была, как театрального художника, удивить, поразить, восхитить, ну и в конечном итоге влюбить в то, что делает художник. И Юрков это делал профессионально, и не оставлял никого равнодушным в своей жизни. И, конечно, театральная школа, она дала очень много для развития его, ну, к его природному, да, дару, таланту, которым обладал Александр Николаевич, безусловному, и еще и такое трудолюбие, которое он получил как раз работая в театре, приучил его театру. Картины Александра Николаевича удивляют глубиной мыслей и чувств, умением передать настроение, жизненные ситуации, остроумно подмечать бытовые сцены. Сколько любви к людям, красоте мы можем увидеть в его творчестве. Не правда ли его полотна так созвучны музыке? Словно сама природа рисует картины руками художника. Сколько настроений можно рассмотреть во флористике? Многоцветие листьев дарит нам музыку грусти и радости, печали и восторга встречи с прекрасным. Художник очень чутко воплощает в картинах подлинную атмосферу осенних пейзажей.
Писать картины маленький Александр Юрков научился еще в детстве. Мама снабжала сына углем. Других материалов у семьи не было. Уже тогда Юрков проявлял необычайную изобретательность. Каждая работа художника – это книга, рассказывающая свою историю. Так, в трогательной картине «Горемыка» ребенок-сирота изображен в контрасте с природой, заботливой матерью, склонившейся над своим же ребенком. В полотнах Юркова рисуются судьбы и жизни, они учат нас любить и сострадать. Подобно музыке, эти острые чувства проникают прямо в душу. В глазах животных с глубокой симпатией, изображенных художником, можно прочитать их мысли и всю их жизнь. Ими можно бесконечно любоваться, а где-то и пожалеть. С особой любовью Александр Николаевич писал картины, посвященные русской деревне. Его сюжеты пронизаны тоской по уходящим сельским пейзажам, которые не оставляют никого равнодушным. Сам художник утверждал, что невозможно представить Россию без деревни, без работы на земле русской. Конечно, наши самые красивые старинные места нижегородские, они всегда интересовали. Мы видим много арок, много таких старых кирпичных кладок, да. И что мне бесконечно приятно, что вот вы заходили в галерею, да, и вы проходили сквозь арку конец 19-го, начало 20 века. И это очень перекликается с тем настроением, которое дает нам Юрков в своей замечательной галерее. Полотна, рассказывающие о Нижнем Новгороде, городе, который до самозабвения любил Юрков, также пропитаны этой музыкальной красотой. Кремлевские башни соседствуют с куполами нижегородских величественных церквей. От каждой из работ веет теплом и любовью, которую нельзя не почувствовать. Все работы Александра Николаевича пропитаны атмосферой театра. Даже в названиях картин есть элементы театральной игры. В каждом наименовании есть свой подтекст и более глубокий смысл, который вкладывал в него художник. Каждое полотно Александра Юркова доказывает, что художник пишет свои картины, как композитор пишет свою музыку – душой. Не правда ли, этот мост напоминает клавиши инструмента? Я всегда говорю, обратите внимание на работу, которая называется «Там клюква, это болото». Красивая, прописанная, спокойная, без течения. И название. Вот, как всегда, читаю название «Там клюква».
То есть вот это вот разделено, значит, вот это вот слово на три слога, и мы слышим и ква-ква-ква, и кря-кря-кря. И мы видим, что это разделение произошло не просто так, потому что этот мосток, который идет через это, как бы настил по этому болоту, он очень похож на детский ксилофон, по которому там бьешь, эта мелодика, она мелодия, она течет, там клюква, и это... Ну, это Ирпов, это, конечно, музыкальность во всем. Александр Николаевич, как человек искусства, очень любил музыку, и она живет в его картинах. Не случайно среди его друзей было много музыкантов, которые восхищались его полотнами и часто бывали в музее. Одним из почетных гостей Юрковки был великий балалаишник Михаил Федотович Рожков. Все, что называется флорой. Вот такая гамма, она какая-то такая добрая, добрая, не раздражающая. Вот. И где-то есть в ней какая-то наша российская ментальность такая в этой гамме, спокойная и чуть-чуть грустимая.